праздника Весны труда. Днем солидарности. Когда люди много собираются, говорят, да мы многое что можем. Поэтому давайте пойдем и требуем наши решения и наши задачи, которые мы отработали, продвигать. И вздрогнет и Кремль, и башни все Кремля, и правительство. Но массы, всегда массы. Поэтому уличные мероприятия, уличные шествия очень и очень нужны. День сегодня, 1 мая. 1 мая – дни праздник весны и труда. А вообще-то это праздник борьбы и сплоченности, солидарности. Вот эта солидарность должна быть обеспечена качественно новой политикой, сильной народно-патриотической командой. И мы над этим сейчас плотно работаем.